Один из модных трендов этой зимы – многослойность. Причем переходит этот тренд из сезона в сезон и остается на пике популярности. Неправильно составленный многослойный ансамбль может добавить объема, поэтому используйте разные фактуры, одежду с графическим рисунком, вертикальным или диагональным, и прозрачные вещи. При комбинировании одежды помните об основных правилах. То есть не должно быть более 4 предметов одежды внутри одной комбинации. Также помните про правила длины. За редким исключением более длинные предметы гардероба надеваются поверх коротких. Вообще многослойность лучше использовать либо в верхней части, либо в нижней, для того, чтобы не превратиться в капусту. Особенно интересным будет выглядеть комбинирование разных вариантов одежды внутри одного комплекта. Что это может быть? Вы можете надеть платье с коротким рукавом, вязаное, под низ надев водолазку, а сверху, например, кардиган. Таким образом, вам будет и тепло, и красиво, и выглядеть вы будете актуально. Это может быть комбинирование верхней одежды. Очень интересный вариант, но сейчас не все активно им пользуются. Например, вы можете под пальто надеть короткий теплый пуховичок. А под шубкой может скрыться кожаная косуха, а, например, сверху пуховика либо парки вы можете накинуть пончо. Единственное, помните, что в таком случае комбинирование нужно очень тщательно продумывать. Чтобы образ был гармоничным, не используйте в одной комбинации более 3 цветов. Динамики и энергии добавят асимметричные вещи. Поэтому даже сумка через плечо, платок или шарф, повязанные асимметрично, могут сделать образ более эффектным и выразительным. Помните о натуральных тканях, отдавайте предпочтение именно им, потому что шерсть либо кашемир в составе ткани позволит вам оставаться в тепле как можно дольше. И еще один совет от специалиста. Аксессуары выбирайте неброские, чтобы не утяжелять образ и не перегружать его.